Знаете, мое сердце, оно открывается для принятия то, что Бог для меня приготовил через прославление и поклонение. Вы знаете, очень тяжело принять что-то от Господа. Вот Он все даровал нам на кресте, все, понимаете? Но не так легко это все принять, когда твое сердце, оно, вот так и скажу, где-то бегает. Понимаете, это неспроста. В каждая церковь начинает свое служение с хвалы и поклонения. Это чтобы ваше сердце могло открыться. Чтобы вы могли принять то слово, которое Бог приготовил для вас сегодня. Чтобы вы могли принять все дары и благословения, которые Он имеет для нас. Вы знаете, наверное, потому что я в этом служении, я настолько ревностно к этому отношусь. Настолько ревностно. Что я понимаю, и не просто понимаю, я пережила это благословение Божье, это принятие, то, что Бог для меня приготовил, когда мое сердце открыто открывалось через хвалу и поклонение. Дорожите этим временем. Жизнь, она суетна. И я уверена, что каждый из нас очень редко может остановиться дома, чтобы прославить Бога, хотя так не должно быть. Дорожите этим временем, потому что я твердо верю, что Бог приготовил что-то для вас. Он приготовил что-то великое, что-то даже то, что, наверное, никогда не слышало ваше ухо и не видел ваш глаз, что Бог приготовил для кого? Для любящих Его. Любящих Его. Хотим напиться живой.
Поклоняемся
Серебра
иссохшая земля, иссохшая земля. Будет судить.
прольется дождь, когда прольется дождь, дождь твоей славы, весь мир, Источная земля, в ожидании славы. Открывайте свое сердце, потому что Господь сейчас просто изливает свою любовь, изливает свою благодать. Небо открыто сейчас, чтобы твое сердце исцелялось. Небо открыто сейчас, чтобы твой дух исцелялся, чтобы твоя душа исцелялась. Открой сейчас свое сердце и скажи: Господь, я принимаю сейчас твою славу, я принимаю сейчас твой дух, я принимаю сейчас твою любовь во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за это время, когда мы можем встретиться с Тобой, за это время, когда мы принимаем Твою любовь в свое сердце. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, за Слово Твое. Я благодарю Тебя, Господь, за Слово, которое станет живо и действенно в судьбе каждого из нас. И я молю Тебя, Господь, пускай Слово, которое Ты открыл мне сегодня, Исаия, 40 глава, с 28 стиха, разве ты не знаешь? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его не исследим. Он дает утомленному силу. Если ты утомился сегодня от чего-то, Бог дает силу тебе сейчас. Он дает утомленному силу. И молодые люди не... Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юности, и юноши ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновляются в силе. Поднимут крылья свои, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомлятся. Сегодня Господь укрепляет тебя. Сегодня Господь дает тебе свою силу. Сегодня дает тебе Господь свой дух. Подними крылья сейчас свои. И просто теки сейчас в это поклонение. Теки сейчас в это прославление. Потому что Дух Божий сейчас несет свою церковь. Несет свою церковь. И поднимает на небеса. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я твоя, слава твоя, слава твоя. Слава твоя изливается. Дождь Божий в свою жизнь.
ожидая сегодня излияние дождя благословения, исцеления, освобождения, финансового прорыва. Ожидай сегодня духовного прорыва, душевного прорыва. Ожидай сегодня. Скажи, я ожидаю, Господь. Я ожидаю сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Он дает утомленному силу. И изнемогшему дарует крепость. Он дарует тебе сегодня крепость и дает тебе силу. Все, что тебе нужно, надеяться на Господа. Всем своим сердцем, всей своей душой, всей своим разумением. Надейся на Господа. Написано в Слове Божьем, что надеющийся на Господа не постыдится. Надеющийся на Господа не постыдится. Ему не будет стыдно сегодня. И никогда. Во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ скажет Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя!